Прямо сейчас у нас рубрика «Вести. Дежурная часть». С последними новостями МВД нас познакомит ее ведущая Алена Николаева. Алена, добрый вечер. Здравствуй, Игорь. Сразу перейду к теме выпуска. Общественный транспорт опасный для жизни. ГИБДД Почувашии сообщает, в республике с начала этого года с участием водителей автобусов, троллейбусов и маршрутных такси было зафиксировано больше 300 ДТП. Половина из них произошло по вине маршрутчиков. И это неудивительно. Езда с нарушениями, превышение скоростных режимов и конфликты на дорогах. Поездки на этом виде транспорта в народе давно окрестили русской рулеткой. Но как быть, если вы оказались в маршрутке с безответственным водителем? И куда обращаться, если стали свидетелем дорожных нарушений? Ответы на эти вопросы в репортаже Егора Алексеева. Этот рейд сотрудники госавтоинспекции решили провести в утреннее время, в час пик. В это время горожане спешат на работу, а маршрутчики умело пользуются этим. В погоне за хорошей выручкой набивают общественный транспорт до отказа. Перегруженный микроавтобус гаишники видят издалека. Проскочить мимо стражи порядка не получается. А у этого водителя неисправным оказался сам транспорт. Железного коня обули с нарушениями. Спереди у машины зимняя, а сзади летняя резина. Ездить так категорически запрещено, поясняет гаишник. Вину свою маршрутчик признает неохотно. Снег шел, шипы поставили. Сейчас не успели, передние шипованные, а задние шипованные были. Из-за этого остановили сейчас. Ездить так нельзя. Чаще всего маршрутчики становятся виновниками небольших ДТП. Интернет пестрит видеоматериалами подобных нарушений. На этой записи видно, как микроавтобус подрезает троллейбус. Маневр завершился печально для обоих водителей. Радует то, что пассажиры остались целы. А на этом видео прохожие засняли, как маршрутчики выясняют отношения. Правда, делают это они, не выходя из машины. Не смущает их даже то, что транспорт полон людьми. Однако не все выходки водителей приводят к небольшим ДТП. Летом 2016 года у Новочебоксарска общественный транспорт влетел в столб. Это происшествие без пострадавших уже не обошлось. В Чебоксарах эти юркие микроавтобусы очень популярны и по праву считаются самым массовым общественным транспортом. Однако среди пассажиров есть и те, кто недоволен работой маршрутчиков. Часто создают аварийные ситуации. У меня на глазах часто они подрезают на остановках, мешают троллейбусам, автобусам нормально парковаться, посадку пассажиров осуществлять. Есть нарушения в грузоперевозках пассажиров. Во-первых, набивается очень много людей. Потом бывает, что водители маршруток резко тормозят. В республиканской автоинспекции приводят печальную статистику. С начала года пассажирский транспорт фигурирует более чем в 300 ДТП. Таким образом, только за один день совершаются около 3 аварий. Поэтому рейды ГИБДД Чувашии – мера не только обязательная, но и вынужденная. Мы организуем рейды, ежемесячно они у нас происходят, рейды, декадники. По сравнению с прошлого года, снижение как общего количества ДТП, так и ДТП с участием пассажирских перевозок. В госавтоинспекции Чувашии хотят ужесточить требования к пассажирским перевозкам. Особенно в отношении тех, кто занимается извозом детей. С подобной инициативой выступил начальник управления ГИБДД по Чувашии Владимир Романов на одном из заседаний в Доме правительства. Привлечь к ответственности маршрутчиков могут и сами горожане. Сообщить о лихом гонщике можно, позвонив по телефону 620022 или сотового по короткому номеру 102. Нарушение также можно снять на видео и отправить на сайт госавтоинспекции МВД России.